Здравствуйте. Наша сегодняшняя тема – грипп. О гриппе все знают, практически все болеют. Грипп – это страшно и интересно. Пойдемте узнаем, поинтересуемся. Может быть, меньше будем бояться. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, грипп. Об этом все слышали, все знают. Многие болели, многие сидели возле постели ребенка больного гриппом. Давно с гриппом имели дело, Луиза Васильевна? Давно. Грипп – это обычная вирусная инфекция. И относиться к нему надо как к любой вирусной инфекции. Особенностью гриппа принципиальных две. Первое. Есть шанс заболеть большому числу людей. Но это не вашей семьи проблема, это проблема государства, которое считает деньги и потери. И вторая особенность гриппа. Мы имеем реальные возможности профилактики именно этой болезни посредством вакцинации. Это все, что вам надо знать. Главное, не надо гриппа бояться. Надо знать, что у вас есть способы профилактики. И эти способы не подразумевают прием никаких таблеток. Еще раз обращаю внимание, лекарств с доказанной профилактической эффективностью не существует. Никакие витаминки, никакие иммуностимуляторы, никакие волшебные и заряженные капельки не способны защитить вас от болезни, если у вас нет иммунитета. Создавайте себе иммунитет местным образом жизни и специфический посредством вакцинации. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.